До выборов президента России осталось чуть больше 2 дней. В преддверии важного события Нижний Новгород посетил Никита Михалков, доверенное лицо кандидата Владимира Путина. На встречу с волонтерами избирательного штаба кинорежиссер пришел, несмотря на травму, которую получил, едва успев приехать в столицу Приволжья. По его словам, поскользнулся, выходя из автомобиля. Никите Сергеевичу сразу оказали медицинскую помощь. Ушиб оказался несерьезным, но на дебат он пришел в шейном корсете. Волонтерам Михалков рассказал о своем видении развития страны, а также призвал всех россиян приходить на выборы. Невозможно, так сказать, оставлять все на орла-решку, невозможно оставлять все на, так сказать, на возможность кому-то за тебя выбрать. Ты обязан высказать свою точку зрения. Не важно, за кого ты голосуешь, но ты обязан уважительно относиться к будущему страны, в конце концов, к твоему будущему и будущему твоих детей.